В Люберцах наградили победителей муниципального этапа областного конкурса «Мы за безопасную дорогу». Авторы 30 лучших творческих работ, среди которых рисунки, подделки и видеопрезентации, получили ценные подарки и грамоты. Мероприятие прошло в управлении образованием городского округа. Конкурс «Мы за безопасную дорогу» проходит на территории Московской области на протяжении многих лет. Каждый год одним из самых активных участников творческого состязания выступает городской округ Люберцы. На этот раз свои работы на суд экспертного жюри выставили 225 детей из 38 образовательных учреждений. Прежде всего, комиссия обращала внимание не только на яркость и оригинальность исполнения, но еще и оценивалась правильность с точки зрения безопасности дорожного движения, то есть вплоть до применения правильных сигналов светофора на рисунке. Это тоже очень важно. Из такого большого количества работ пришлось выбрать самые лучшие. В результате 30 ребят получили награды за первое, второе или третье место. Конкурс проходил в двух возрастных категориях. Ребята готовили работу по видеоролику, радиоролику. Были подготовлены презентации, были подготовлены рисунки, какие бы они хотели видеть на своей одежде, например, светоотражатели. То есть это достаточно творческая и емкая работа, которая, как нам уже стало известно, в которую погружались не только сами ребята, но целыми коллективами, даже семейными коллективами, что очень важно для нас в нашей работе. Работы, которые заняли первые места, прошли на областной этап конкурса. Его результаты будут известны в конце мая. Луиза Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.